Во-первых, хочется поздравить вас с победой и поблагодарить за потрясающую работу по подготовке поля. Расскажите, пожалуйста, как готовили газон к матчу. Спасибо вас тоже с победой всех болельщиков, весь клуб. Как готовили, мы понимали, что будет такой прогноз. Заранее мониторили разные источники. Соответственно, заблаговременно укрыли поле защитным материалом для того, чтобы на нем накопить снег и при снижении интенсивности осадков этот снег счистить. То есть в взаимодействии с премьер-лигой, с руководством, мы отработали с главным арбитром, отработали вот эту систему, очистили сначала зоны под разминку и потом уже центральную часть. То есть, в принципе, справились. Тут стратегию, которую выбрали, она себя полностью оправдала. То есть укрытие, чистка с материала. А с какими сложностями столкнулись и как боролись с погодными условиями? Ну, основная сложность – это интенсивные осадки. Конечно, по состоянию там на 10 утра смотришь, снега нет, вроде не предвидится, а потом резкий такой залп. Конечно, так психологически надо было настроить на работу весь наш коллектив, но благо все профессионалы, ребята молодцы, выдержали испытания, без перерыва отработали больше 12 часов сегодня, поэтому вот самая сложность – это вот вытерпеть и на какую-то панику не поддаст. Но ее не было, так что все нормально. А как считаете, перенос времени начала матча пошел на пользу для газона и проведения игры в целом? Да, мы выдержали вот эти полчаса. Это позволило нам минимизировать все интенсивные осадки, они выпали на материал. Мы минимизировали риски и не было проблем потом. То, что первый тайм мы более-менее выстояли, не было такого активного снегопада. Во втором вообще снег прекратился практически, там незначительное количество выпало. Поэтому, как показывает результат и матча, и результат подготовки поля, это пошло на пользу. На матче с Уралом ожидается низкая температура. Какие особенности подготовки к игре предстоят на этой неделе? Особенности. Будем ремонтировать поле после сегодняшнего матча. Благо, там повреждений практически немного. Будем укрывать другим, более плотным материалом, который выдерживает более серьезные отрицательные температуры. Там ожидается и до 20, до 18 по разным источникам. Будем работать степ-бай-степ, то есть смотреть, что будет приносить нам день грядущий, да, и по факту выходить и отрабатывать. Но в любом случае, что укроем, будем греть и перед матчем открывать.